через гаражи и стройплощадку ради стильных образов. Дарья – стилист. Одевать людей красиво – ее работа. Но в этот раз в виде эксперимента вместо проверенных магазинов подбирать наряды Дарья будет в месте непривычном – в секонд-хенде. Клиентке Даши достанется скептик Анастасия. В ее гардеробе в основном известные бренды. Этот эксперимент очень интересный, но я не знаю, получится ли он или нет, потому что вещи все равно старые, поношенные. Я не знаю, можно ли здесь что-то стильное подобрать. Задача для стилиста – подобрать для Анастасии несколько образов. Каждый комплект не дороже 2000. На первый взгляд нас ждут бесконечные ряды откровенного ширпотреба. Но стилист поспешных выводов не делает. Внимательно рассматривает каждую вещь. Большой выбор различного трикотажа. База, опять же, гардероба – это блузы, они же сорочки в полоску такого а-ля мужского стиля. Кстати говоря, марка Polo. Я думаю, качественная хлопковая сорочка, она лишней никогда не будет. Рубашки сменяются юбками, кофтами, джинсами, жилетами. Дарья методично отбирает все новые вещи. Так, ну я думаю, вот это мы тоже примерим. Держи. Не тяжело? Нет. Оказывается, много можно, да, подобрать. У Анастасии полные руки вещей. Осталось это все примерить и на чем-то остановиться. Между делом наш стилист присмотрела сумку известного бренда и для себя. Здесь ее отдают за 1000. В фирменном магазине за нее пришлось бы выложить около 50. Но вернемся к Анастасии. Она уже вовсю примеряет подобранные для нее образы. Из груды одежды, которая оказалась в руках Насти, стилист составила 2 комплекта. Первый идеально подойдет для встречи с друзьями и даже для работы, если нет строгого дресс-кода. Эклектика – это сочетание разных принтов. Сейчас очень трендово является в этом сезоне. Из этих 2 вещей плюс сумки можно собрать еще десятки разных других образов. Первый образ вышел на 1690 рублей. Второй образ получился еще экономичней – всего лишь 1190. Легкое женственное платье плюс стильный верх. И все вместе сочетание фактур создает очень интересный ансамбль, такой повседневный, но при этом не тривиальный. Правда, я думала, что в таких магазинах ничего нельзя найти, или очень мало. Оказалось, что много достойных вещей, очень качественных, и действительно я довольна. Мне все очень понравилось. Спасибо. За модной и качественной одеждой приглашает чемодан. Ежедневные поставки и распродажи. Известные бренды из Европы и Америки. Одевайтесь красиво и доступно на Аэровокзальной 21, строение 2, рядом с автовокзалом.